Space, который находится буквально рядом с вами. Прежде всего, спасибо вам за то, что пришли сегодня вечером, чтобы написать еще одну страницу нашей замечательной истории любви, которая началась 35 лет назад и продолжается по сей день. И еще спасибо за вашу беспримерную верность и преданность. Через несколько секунд я присоединюсь к вам, чтобы вместе с вами отметить 40-летний юбилей группы Space, новым концертом, который, как я надеюсь, вам понравится. Откроет концерт новая композиция, которую я написал специально для вас. На самом деле мы вместе с вами сейчас создадим эту вещь вживую. Называется она «Настя». До скорой встречи. Я вас люблю.
Спасибо. Добрый вечер. Спасибо. Очень спасибо. An old song called Voices of Jupiter.
How are you, Moscow? Это хорошо? No? Это хорошо? Okay. Another song calling Running in the City. Yeah.
would like to present you an amazing, amazing musician, Russian, and I invite him to participate to our concert and our jubilee. He's an amazing saxo player. His name is Igor Batman. Please, Igor, join us. Where are you? Yes, Igor? Igor, Igor, Igor! Okay, he will join us during maybe he's drinking something. Thank you.
amazing. Baby's Paradise. Thank you.
Bertman is playing all over the world with the biggest star all over the world, and he is Russian. Bravo, Igor. Thank you. Right now, a new song, new, completely new. А сейчас совершенно новая композиция. Oh,
Спасибо. Спасибо большое. And thank you once again to be part of this concert and our jubilee. You know, 40 years, it's a long time, and I would like to thank you to follow me and us, the band, since so many times with two or three generations. Спасибо большое. Спасибо большое за то, что вы являетесь частью этого концерта и вместе с нами отмечаете 40-летний юбилей нашей группы. Спасибо. Thank you very much. Merci. Спасибо. Merci beaucoup. Et je voulais féliciter le clip que vous avez vu là, juste sur ce titre-là, est fait par Alexandre Klima et il m'a offert ce clip. Я хочу поздравить Александра Клима, автора этого клипа, который вы видели только что во время этой последней композиции.
Souvenir from Rio, Alexander Klima, bravo. Alexander Klima, bravo. Yeah. Thank you. Спасибо. So, yeah. I asked to another Russian artist to come and join us on stage. Я пригласил еще одного российского исполнителя вместе с нами выступить на этой сцене. Il s'appelle Arthur Bruckman. Il était membre d'un groupe très connu chez vous qui s'appelait Autograph. Его зовут Артур Беркут. Он входил в состав очень известной группы Автограф. Артур! Артур, прошу вас на сцену. Давай, Артур, давай!
good. И группа «Спасибо!» And Space. Группа «Space». Игорь Бутман и группа «Space». Спасибо, братцы! Эта композиция из космической оперы завершила первую часть концерта. Сейчас небольшой антракт, минут на 15, а во второй части вас ждут все главные хиты группы Space. Thank you.
Большое спасибо. Давай, давай. Thank you.
Merci, Moscou, vous êtes formidable. Спасибо, Москва, вы просто великолепны. Браво. Magnifique. Прекрасно все. Un nouveau titre, là, on va vous jouer un nouveau titre, une nouvelle chanson. On l'a chantée seulement une fois, deux fois. C'est la troisième fois pour vous, спеціально, вона тут нова. Нова пісня, нова спеціально для вас, тільки третій раз її будемо виконувати.
Это музыка Аркона называется композиция. We are waiting for Mr. Arthur. Мы ждем господина Артура. Беркут. Артур Беркут. Thank you.
Ok. On va essayer de chanter une chanson. Je pense que vous la connaissez presque tous. Сейчас попробуем с вами спеть песню. Мне кажется, почти все вы ее знаете. Mais il faut qu'on s'entraîne un petit peu. Давайте немножко потренируемся. Est-ce que vous voulez chanter avec nous ce soir? Хотите с нами сегодня попеть вечером? On chante une chanson qui s'appelle Deliverance. Называется Deliverance вещь, освобождение. Okay, vas-y, on va répéter. Сейчас отрепетируем. D'où vient? Vas-y. Давай, попробуем. Vas-y. Deliverance. Пойте с нами. Deliverance. Deliverance. Давай. Вместе! Chanter tout le temps avec nous. Сейчас вы все время будете с нами петь. Thank you.
Merci beaucoup. Большое спасибо. Большое спасибо. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé en 2013. Сейчас я вам скажу о том, что случилось в 2013 году. Et qui a été un de mes plus grands souvenirs, merveilleux souvenirs dans ma carrière musicale. Pierre Bitano, qui était musicien, qui est musicien, avait emmené un synthétiseur dans l'ISS. На станцию МКС итальянский космонавт Люка Пармитано, а он одновременно музыкант, взял с собой синтезатор. Pour faire un duo entre lui et nous. Чтобы мы с ним исполнили дуэтом одну вещь. À 400 km dans l'espace. Он находился в 400 километрах над землей в космосе. Et grâce à Roscosmos, nous avons réussi cette liaison par satellite. И благодаря Роскосмосу нам удалось осуществить сеанс этой космической связи. Et ça a été un des plus grands souvenirs, vraiment, et émotions de ma carrière. Et это одно из наиболее приятных и эмоциональных воспоминаний за всю мою карьеру. Je voudrais que vous fassiez un triomphe, vraiment une grande personnalité chez vous. Хочу, чтобы вы триумфально встретили действительно великого человека. Qui s'appelle Fedor Yurchikhin. Его зовут Федор Юрчихин. Et qui est là ce soir. Он сегодня с нами здесь на концерте. Et il est là avec sa fille Larissa, avec qui nous avons joué. Со своей дочкой Ларисой мы с ней как раз в 2013 году вместе исполняли эту композицию на сцене в Лужниках. Федор, please come. Федор, пожалуйста, присоединяйся к нам, выйди на эту сцену. Федор Юрчихин. And Larissa. И Лариса, его дочь. Браво. Браво, Федор. Trois fois capitaine dans l'ISS. Trois fois capitaine de mission spatiale. Он три раза был капитаном космического корабля, возглавлял космическую миссию. Un héros de l'espace. Это герой космоса. Федор Юрчихин и его дочь Лариса. Спасибо всем большое. Сегодня действительно праздник. Музыка Space вновь звучит в наших сердцах. И действительно, знаете, как это возвращение в молодость в очередной раз. Дидье, тебе огромное спасибо. Я не буду много времени занимать. Лариса сидит там, это моя жена. Уверяю тебя, она выглядит так же здорово, как моя младшая дочь Леночка. Дидье, c'est ma fille cadette, Elena. И Лариса se trouve dans la salle. Да. Дело в том, что 5 с небольшим лет назад действительно был замечательный концерт. Моя дочка была в Лужниках. Спасибо тебе. C'est vrai qu'on a eu ce concert formidable. Мои ребята были наверху. Я вот чего дал, не дал Бог. Я даже вот по словам моей супруги только на нервах могу играть хорошо. Je peux jouer que sur les nerfs. С музыкой у меня не очень получается. Но действительно у нас был Лука Пармитано. Лука Пармитано сейчас в Байконуре, в дублирующем экипаже, передавал тебе огромный привет. Карен Найберг тоже. Вспоминая 2013 год, Дидье, есть замечательная медаль. En souvenir de l'année 2013, il y a une médaille formidable que l'on veut t'offrir. Медаль экипажа Союз ТМА-09М. Медаль de l'équipage Союз ТМА-09М. Лука Пармитано, Карен Найберг, ваш покорный слуга. C'est Федор Юрчихин, Карен Найберг и Лука Пармитано, qui t'offrent cette médaille. Это медаль официальная Роскосмоса. C'est une médaille officielle battue участнику par Роскосмос. Подготовки и запуска космического корабля Союз ТМА-09. Aux participants de la préparation du vol de l'esprit cosmique, Союз vol 901. Дидье, это некрасивые слова. Дидье, ce ne sont pas que de belles paroles. Это действительно так. Ты был с нами в космосе. Tu étais avec nous dans l'espace. Ты заслужил эту медаль. Tu as mérité cette médaille. Nous te considérons comme membre de l'équipage de l'ISS. Спасибо. Как сюрприз.
Подождите. Подождите, останьте, пожалуйста, Федор с нами. Le passage où on fait un duplex avec la, мы сейчас la station покажем вам отрывок, где у нас был сеанс дуплексной связи с МКС. Est-ce qu'on peut le voir? Можно нам посмотреть этот отрывок на экране? Un petit réglage technique. Une большая техническая регулировка требуется. L'espace, c'est très très long. Дело в том, что космос от нас очень далеко отстоит, не все так просто в техническом отношении. Окей. Ну что, все нормально? Est-ce normal? Сеанс космической связи музыкальной, 13-й год, Лужники и МКС. Играет в космосе тоже эта композиция. Поздравляем тебя от имени нашего экипажа, экипажа транспортного корабля «Союз ТМА-9М» с этим твоим юбилеем, творческим концертом. Вот эта небольшая импровизация благодаря Луке, который умеет в нашем экипаже музицировать. Кэрин, прекрасная дама, тоже умеет музицировать. Надеюсь, концерт удастся с успехом и долгих творческих лет. C'est un cadeau à toi, cette improvisation avec la participation de Karen et tout l'équipage. C'est vraiment un plaisir de. Grand succès à toi. Je voudrais te congratuler avec toi pour tes belles chansons. Merci Luca. Grâce à Fyodor. C'est vraiment un plaisir d'être ici et de pouvoir jouer tes chansons. Merci beaucoup. Специальное поздравление от Луко Пармитана, члена экипажа МКС. Спасибо тебе, Дидье. Мы посвящаем тебе эту импровизацию на твою же собственную музыку. Спасибо, Дидье. Просто я очень взволнован. Невероятные эмоции испытываю. Спасибо, Федор. Спасибо, Елена. Ты, наверное, переживал. Сейчас ты выглядишь лучше. Tu étais stressé l'autre fois, maintenant tu as une bonne mine. Спасибо, и спасибо тебе за то, что ты вернул мне опять вот минуты космоса. Очень туда хочется снова. Merci de m'avoir aidé à revenir ces minutes dans l'espace. Je vais y revenir très bientôt.
YouTube. Да, и сегодня очередная победа человечества. Мы можем поздравить Илона Маска, еще одного человека, который фантастику превращает. Мы можем поздравить Илона Маска à l'occasion d'une nouvelle victoire de l'humanité. И после музыка звучит этой победы. SpaceX. Je veux que ta musique résonne comme la musique de la victoire. Я завидую ребятам наверху. Спасибо. Merci, Michel. Merci à toi, Didier. Merci. Медаль. Федор Лючихин. Thank you.
Merci beaucoup. Большое спасибо. Очень спасибо. Je vais vous dire quelque chose quand même. Вы что вам все-таки хотел сказать мне? C'est vrai, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 40 ans. Это любовь, история любви длится уже более 40 лет между вами и мной. C'est rare pour un couple. Для группы это вообще-то редкий случай. C'est rare pour des artistes aussi. И для артистов редкая действительно вещь, когда у тебя карьера длится 40 лет. Хочу вас тысячу раз поблагодарить за вашу верность. Моя вечная любовь — это ты. Thank you.
Ну что ж. Je voulais vraiment, vraiment vous présenter avant de jouer encore une chanson. Je voudrais vous présenter tout le groupe et toute l'équipe qui est avec moi. Хочу вам исполнить еще одну песню. Хочу одновременно представить группу и всю команду, которая со мной сегодня. Et qui a beaucoup travaillé pour cette tournée. Который специально работал над этим турным гастролем. Au clavier depuis 20 ans avec moi. Jeff Parent. Jeff Parent, клавишный, давно со мной работает. Au participant. Manu Chambaud. Manu Chambaud. Synthesizers. Marc Azon. Marc Azon, ударные. Jeff Bourassin. Jeff Bourassin, соло гитара. И Дуду, на Дуду. Наша Дуду, любимая Дуду. Бас, гитара, вокал. И вокал. Merci aussi, Orvillon. Qui a fait les lasers, compagnie russe avec qui je travaille depuis 20 ans. Хочу также поговорить о русскую компанию, которая занимается лазерами, уже 20 лет с ними работаю. Merci à Julius Tesarek qui a fait le son. Огромное спасибо Джулиусу Цезареку, он занимается нашим звуком, звукорежиссер. À Jean-Louis pour les éclairages. Jean-Louis отвечает за свет. À Sébastien Marouani, mon fils. Мой сын Себастьян Марвани. Qui a fait toutes les images projetées. Они, он вам представил все видео и картинки, которые видели, это все он. Merci à Pierre. Спасибо нашему бэклайнеру, который занимался микрофонами. Et merci à tous les gens qui ont vraiment travaillé. Et un grand merci à mes producteurs qui s'appellent Magnifique Production. И большое спасибо всем, кто с нами работал, большое спасибо продюсерской компании. Et comme ils ont dit eux-mêmes, Space, c'est magnifique. И как они сами сказали, Space, это великолепно. C'est des producteurs qui ont dit ça. Это продюсеры так сказали, это не я. Une chanson Space Dance, tout le monde debout. Et je n'ai pas besoin. Tout le monde se trouve en Space. Space Dance. Il dit que c'est là. Igor Gutman. Igor Gutman. Yeah.
Спасибо.